Всем привет! Видите, что происходит? Когти, ногти летят. Муся пытается вылезти из корзинки и не хочет ехать на дачу. Это крик о помощи. Муся! Ну на даче ж ты не будешь так плакать, тебе ж там будет хорошо. Да, вот это, вот корзинка для тебя хуже всего. Я ее еле засунула, она так упиралась. Все, мы идем. У меня лифт, кстати, не работает. Я уже тут 20 этажей нашагала за утро. Да, да. А еще тебе поможет полотенечко-то? Ой, все. Тише, тише. Муся, прекрати. Прекращай. Мы приехали на дачу. Смотрите, тут начали цвести вишни. Ну, еще как-то не сильно обильно, мне кажется. Хотя нет, вроде как. Ну, что-то мне казалось, что оно ярче обычно цвело. Смотрите, сколько у нас тюльпашек тут повырастало, красивучих. Вот эти маленькие, это новенькие у нас тут клумбочка, их будем выкапывать. А вот тут вот у нас рядок, но еще они, видимо, поздние. Они пушистые, как-то их там петушок называют или как-то так. Вау, красота-то какая! Вот, я поняла, черешня не вся еще распустилась, поэтому кажется, что мало цветочков. А вишенки уже вроде как почти все цветут, смотрите. Красиво, сегодня тепло, хорошо. Я в одном спортивном костюме, даже без куртки. Нарциссов еще полно. Класс! И, кстати, я записана на 12 на онлайн-тренировку. Мы, конечно, с мамой будем работать еще, но все-таки еще хотелось бы на свежем воздухе потренироваться. Конечно, очень классно на даче вообще. Красота-то какая! Все пахнет так. А ну иди сюда. Класс. Класс, 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 класс. И Муська у нас сегодня девичник, короче, будет. Мы сегодня без папы, у нас тут три девчонки у нас сегодня. Будем тусу делать, шашлыча купили. Так, я уже подготовила к своей тренировке компьютер, удлинители, интернет, каремат. Муся будет со мной вместе тренироваться. Смотрите, как будет красиво на природке. Чудесно. Осталось переобуть кроссовки. Муське одели ошейник. Но его не видно. Знаете что, она стала толстая, толстая, жирнюшка, жирнюшка стала Муська наша. И теперь ошейник не сходится на ней, пришлось его увеличивать. То он был на самой крайней маленькой, она была стройная, красивая девочка. А вот это после стерилизации, я так поняла, она вроде и ест немного, но вот как-то она стала больше. В общем, пришлось ошейник увеличить и теперь в лес. Но его не видно. Чего ты об меня трешься? Муся, я тебя снимаю, а ты мне хвост свой. Да? Мария Ивановна, покажи глаза красивые. Ути, Бози, что ты плачешь? Что ты плачешь? Валяйся, давай. Давай, покажи, какая красивая Муся. Вот такая, да? Ой, красивая какая. А ну, покажи еще. Покажи. Давай лапки вот так вот сгибай. Покажи, какая Муся. Вот такая. Видите, это все для вас, все для вас. Ладно, буду, пошла переобуваться, то уже время тренироваться. Красота моя. Пока я тренировалась, мама заклеила скотчем почти весь сад. У нас в этом году специальный скотч, а в том году мы клеили просто обычным двусторонним. Видите, зелененький такой у нас. Покупали или в Новой Линии, или в Эпицентре от Ли. Ну, как бы более подробно видео выскочит, подсказка где-то вот здесь, по-моему. Поэтому, если надо, посмотрите. Когда уже начинают цвести деревья, их надо обмазать, ой, обмазать, обмотать скотчем для того, чтобы тля не лезла, вот это не собиралось, муравьи туда по нему не лазили, в общем. Вот так вот. И Мария Ивановна, вечно хотящая есть, спать, мяукает, недовольная постоянно. Муська, Муся. И она со мной теперь не разговаривает, потому что утром вы же видели, что было в корзинкой. Теперь это я ее враг. Да? Муся, Муся. Вообще нуль на массу. Вы видите, что происходит? Я тут кофе пью и нашла, могу вам показать. Вот, липкий пояс для ДРФ. На украинском написано. Просто в использовании долгосрочное действие. Так, а вот на русском есть ловчий пояс для деревьев. На русском он называется. А чё ловчий? Типа ловит?
или липнет, непонятно. Способ применения. Ну, в общем, тут хотите остановить и почитайте. У нас вот такая фирма, Чемис, не знаю. Посмотрим, как он будет работать, потому что, в принципе-то, скотч работал хорошо, обычный скотч. А этот будем проверять. Короче, мой отдых продолжается. Мама там, он сидит, крутит скотчем, а я, знаете, что пойду делать? Разводить костер, у нас будет шашлыч! По-моему, я громко крикнула. Шашлыч, шашлыч. А где колун делся? Так, пойдемте. Пойдемте. Мое любимое средство — это топор, колун. Что-то еще я очень люблю. А такая косилку газонную и что-то еще. Да ладно, ну вы уже 358 раз видели, как я дрова колю, поэтому не буду повторяться, это же скучно. Но шашлыч покажу, как буду делать. У нас всего там 8 кусков, хотела взять 6, потом подумала, а вдруг какой-то будет невкусный, надо будет еще один. Взяла, короче, 8. Поэтому нам тут надо совсем капелюшку. Ой, настроение такое хорошее, наверное, потому что работать не надо, не знаю. Сижу, ничего не делаю, так весело, классно. Не, мне с папой нравится работать, но, в общем, так тепло и хорошо, и работать вообще не хочется. Так, что я включила камеру, и тут начало все гореть. Я, наоборот, брикеты положила, чтобы оно не горело, а тут еще деревяшки были, и они что-то подгорают тут. Тише, тише. Короче, я что-то много кусков, походу, на нас двоих взяла. Но ничего страшного. Главное, что оно уже в процессе, и куски какие-то здоровые, но там много сала, поэтому, я думаю, пообрезаем. Я хотела вам показать, помните, я показывала посылку с базы «Берег», и хотела вам показать, какие яйца. Во-первых, они здоровые, прикольно покрашенные, очень, как мраморные, смотрите. Классно, как будто там камушки, как мрамор. И смотрите, внутри по 2 желтка. Вот 2 было разрезано, и по 2 желтка внутри. Как так получается? Вообще классные. Это у нас тут уже стол мама накрывает, а я пошла следить за шашлычем, потому что там костер у меня. Из меня просто такой шашлычник. Ну, мы часто с мамой вдвоем на даче бываем, и мы часто делаем шашлык, но у меня обычно ничего не разгорается. Я подвинула тут горящую деревяшку, с этой стороны, с той стороны тоже горящую деревяшку оставила, но она то зажигается, то не зажигается. Короче, из меня шашлычник еще тот. И я переживаю постоянно, что мне не хватит углей. Так оно так разгорелось, ну или жара не хватит. Оно так разгорелось, что уже даже брикеты начинают подгорать. Вот это я вообще. Ну, куски здоровые, их, по-моему, еще жарить и жарить. Но капают они, конечно, хорошенько. Блин, я надеюсь, это видео, наверное. Ну нет, оно, скорее всего, выйдет среди недели, в будний день. Да, вот это кому-то будет очень хотеться шашлыка. Ой, кручу, верчу, вкусно приготовить хочу. Рифмоплет. Мне кажется, что... Так, куски какой-то странной формы. В общем, у меня как бы опыта вроде как много, но готовить не каждый раз вкусно получается шашлык. У нас тут есть берючина. А, если что, мы покушали, было вкусно, мясо удалось. А, у нас тут есть берючина. Мама выкопала откуда-то из ряда. И там у нас, получается, 2 вейгелы. Буду пальцем тыкать, извините. Там и там. Пойду сейчас выкопаю одну, посадим туда берючину. В общем, вот сухая вейгела, и вот дальше, которая нормальная. Будем вот эту выкапывать. Я, конечно, не уверена, я подкопнула. Я не уверена, что я выкопаю ее. Мне может силушки богатырской не хватить. Ну, сейчас пойдем. Смотрите, за раз просто. Нет, не за раз, конечно, ну ладно, за 2. А, она развалилась, она вообще сухая, глянь. Поэтому она и выкопалась. Смотри. Понятно. А я думала, сейчас тут... Ну, в общем, сейчас принесем сюда берючин.
У нас тут такое нарисовалось. Мы подкармливаем этого кота. Я все забываю привезти. У него то ли лишай, то ли что. Он полу уже лысеет. Ну, в общем, забываю ему капли привезти. Но мы его подкармливаем. Он один раз кушает и уходит. А тут, короче, у нас же барышня вот появилась. И барышня его пока не видит, а он ее уже заметил. Ну, мы не знаем, там девочка или мальчик, но мы считаем, что он похож на Люцифера. Так, так, так. Хотим посмотреть, что будет. Но Муся, по-моему, его не видит. А он заметил. Или она. Не знаю. Ну, и это там сидит. Ну, никакого экшена. Как только я выключила камеру, кот убежал. Испугался нашу красавицу. Ну, наверное, пугливый, может, дрался уже с котами, и он такой. Ну, он ласковый такой, без всякого. Придет, покушает и на целый день уходит. Он раз в день приходит, мяу-мяу-мяу. Мы ему еды дали, он поел и пошел. А тут что-то сидел на солнышке, грелся-грелся, а тут же вот Мария Ивановна. Здравствуйте, Мария Ивановна. Где вы были, что вы делали? Будете интервью давать? Ага, походу нет. Муся! Муся! Муся, Муся, что ты темная такая? Была ж красивая светленькая кошка. Ой, бегом. Как ты еще не упала, когда залазила на ступеньки? Спустя неделю мы снова приехали на дачу. Уже больше, по-моему, вишенок цветет. Смотрите, сколько тюльпанчиков. Вообще класс. Красненькие распустились. Красота. И вот эти распустились, которые петушками. Мы только-только заехали, еще ничего не делала. Сразу решила показать. Вообще красота. И у соседки там такая клумба из тюльпанов. Бомбическая. Ой, класс, класс. Ну да, эти уже отцветают немножечко. Не успела я немножечко. А так, ну это божественно. Вообще класс. Сегодня закупка продуктов была на мне, и основной моей проблемой, потому что, чтобы не растаяло, было масло сливочное. И я там целые комбинации комбинировала, чтобы оно в машине у меня за день не растаяло. Привезла я масло просто, ну, мама говорит, купи, купи, там вообще нету. Привезла его такое, галичина, оно вкусное, оно мне нравится, но у родителей тут лежит как бы вот гранароло, бурро итальяно, вы понимаете, просто итальянское. Просто итальянская, это сельпо импортирует и вот это фасует, видите, тут на украинском, а так оно очень вкусное, оно безумно вкусное. Я маме говорю, конечно, говорю, масла нет, говорю, у вас тут итальянское лежит, принесла, говорю, масло, ну, вообще, говорю, бомжатское получается по сравнению с итальянским. Ну, стыдно немножко, но что сделаешь. Я, кстати, сегодня заехала, купила, вот видите, такой стоп лишай грибок, и вот пришел кот, я его набрызгала. Но, знаете, у него его, может, уже кто-то лечит, потому что у него начала зарастать вот эта лысина, начала обрастать шерстью немного кожи. Но я на него 3 раза пшикнула, он испугался, убежал, потом я пшикнула на него еще 2 раза. Ну, не знаю, завтра еще пшикну, если придет. Тут написано в течение 10-15 суток их брызгать 1 раз в сутки. Ну, он как раз 1 раз в день и приходит, и как раз может получиться вылечить. Долечить, залечить, не знаю. Иду на 2-й участок открыть папе калитку для того, чтобы он заехал. Он сегодня немножечко позже, чем мы приехали. Да что ж такое-то? Хотела посмотреть. Так, ну новая ботва у чеснока, кстати, не желтеет. Вот эта старая, которая пожелтела, она отпадает. А новая уже, более которой свежие, видите, они прям вот зеленее и зеленее. Так, что у нас тут? О, редиска взошла. Ну, тут надо, конечно, и вроде как и тяпать, непонятно как, потому что повырывать семена не хотелось бы. Смотрите, но если присмотреться, вот и буду пальцем тыкать, то целый, алло, целый ряд редиски пошел. И там еще что-то. Что-то еще. А, это, наверное, морковка. Ого, тоже ее много, видите? Ну, камера так как-то не так ловит, как надо. Класс. Тут вроде больше ничего. И вот это лишайное чудовище пришло. Не топчись тут по редиске. Чудовище. Видите, что с ним происходит? Ну, я напшикала на места вот эти. И куда-то на хвост попала. Ну, я 5 раз пшикнула. Так, ну и все вроде. Персики уже отцвели.
А, так, мне же не с этой стороны. Не, ну видно рядок, вот редиски и морковки. Класс, мне нравится. Не, ну здрасте, нужен ли ты мне там, вот скажи. Вообще уже обнаглели. Хотела у вас спросить. Вдруг кто знает, напишите в комментариях, пожалуйста. Можжевельники у нас взялись ржавчиной. То есть какой-то их грибок, какой-то их ест. Видите, они желтеют, и тут внутри где-то такие появляются, как бульбашки. Мама тут побрызгала. О, вон, видите, вон оранжевая какая-то штуковина. В общем, прочитали, что все надо обрезать и сжечь. Ну, жалко будет обрезать. Как минимум потому, что, ну, этому можжевельнику больше лет, чем мне. Ему где-то 30, наверное, или больше, даже, не знаю, 35. И он тоже начинает уже, вы видите, желтеть. И он на нем какая-то кака. Ну, вот этот грибок. И, короче, он этот грибок, мы почитали, может перебираться на яблони и на все вокруг. И дальше у соседки у нашей такое было, она весь можжевельник вырубила и не жалеет. Мы будем жалеть, потому что реально, ну, он занимает, сейчас я отдалю, очень много территории нашего сада, ну, такая центровая у нас эта достопримечательность, и будет очень обидно. Но он как бы очень уже, видите, вон, вон, ну везде их очень много, поэтому напишите, пожалуйста, может кто знает, как бороться какими-то средствами, чтобы это все не обрезать и не жечь, может есть какие-то средства. Буду очень-очень благодарна, если кто может спасти наш можжевельник.